Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и сегодня в 17:00 по Москве состоится новый стрим по Bloodborne. Мы придумали условия, суть следующая: на каждом боссе мы меняем оружие, то есть для каждого босса используется уникальная пуха. Кроме того, меня ограничили в лечении, всего 10 флаконов я могу использовать. Но с условием, если я умираю, 10 флаконов я опять могу использовать. Или если я добегаю до фонаря, то от этого фонаря я тоже могу использовать 10 флаконов. Вот такие вот, ребята, условия. Оружие выбираете вы в комментариях, да, там, ну, не в комментариях, а именно в чате. Там происходит голосование. После этого, ну, я беру это оружие, пытаюсь этим оружием убить боссов. Я такой интерактивчик получился забавный, поэтому приходите. Первый стрим вообще охерительно прошел. Мы вообще просто прекрасно посидели, было очень смешно и весело, много чего обсудили. И сегодня, надеюсь, будет так же. Ссылочки, ребята, все в описании. Напоминаю еще раз, в 17:00 по Москве. Буду вас ждать.